Новая студия «Информбюро» победила в номинации «Проект года» в Казахстане. Мы стали призерами международной премии журнала «Техника, кино и телевидение» Awards International 2018. Церемония прошла в Амстердаме. На премию претендовали проекты из 15 стран. Она учреждена авторитетным профессиональным изданием. И, безусловно, говорит о признании со стороны коллег. А технический директор 31-го канала Сергей Пронченко вошел в шорт-лист в номинации «Персона года». Новая студия «Информбюро» действительно уникальна. Она единственная подобная в Казахстане. А все благодаря высокотехнологичному световому оборудованию и современному аппаратно-студийному комплексу, который позволяет создавать качественный телевизионный продукт.